Посмотри. Это ребризер. Походу, они с нашей яхты притащили. Он еще работает? Там есть немного смеси. На пару минут. Стоит его брать, он тяжелый. Он будет нам мешать. Ты с ума сошла? Пол корабля затоплен, он может спасти нам жизнь. Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Les esprits des morts viennent me chercher. Ah! Ah! Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь. Эй! Да, конечно. Эти двери способны выдерживать многое. Ну все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно. Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет. И никто не пострадает. Думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Внутри нас! Я прав? Я же прав! Вот опять! Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Что? Здесь нет тумана! Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! А почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Пожалуйста, успокойся. Стоп. Стоп. Туман в кондо из нас?
Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет. Мы не вдыхали. Мы задержали дыхание. Ясно? Да ладно. Вы типа крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Боже, он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Нет, нет, я его не вижу. С тобой все в порядке, никакого тумана нет. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Он меня заживо. Эй, чувак, давай просто... Твою мать! Дерьмо. Жди возле радио. Зачем? Иду на уровень ниже. Может, там есть полезное оборудование. Постараюсь недолго. Подожди меня здесь. Я тоже буду здесь. Останься у радио, только не сбегай. Скажешь, кто же. Крышка трамблера у их босса. Я его видел. Надо идти за ним. Наверное, это мы и слышали. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот! Он точно пошел туда. Ну
ты посмотри! Вон он! Думаешь, сможем перебраться? Ну да. Я туда не допрыгну, Алекс. Я поищу другой путь. Черт! Жесть! Ты смотри, вот бывает же везение. Успокойся. О, Господи. Господи. Флис. Есть.
Ну что, попробуем? Козел, захвативший яхту, думал, там золото. Он хотел золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто. И помню, что видел. Просто. Как поверить в то, что я там видел-то? Я видела Алекса. Но это был не Алекс, а кто-то другой. Но он выглядел как Алекс. Он смеялся надо мной. Вот вы, мажор. Это, кто-нибудь хочет пивка опрокинуть? Давай. Ага. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. Достижение, можно сказать. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Всего эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. О! А это что?